Тем временем еще одна украинская теплоэлектростанция остановилась. Производство электроэнергии прекратили на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго. Это уже пятая станция, на которой прибегли к таким вынужденным мерам. Напомню, из-за блокады поставок угля из оккупированных территорий Донбасса на ТЭС возник дефицит антрацита. Ранее остановились Трипольская, Змеевская, Криворожская и Приднепровская станции. Сейчас работу продолжает только Луганская ТЭС в Счастье.